В суете праздников совсем я забыл про Terra Tech. Так вот, это Terra Tech, следующая серия. Я добрался до базы основной, и вот тут на меня вот прямо издалека вот смотрит один, и ну такой, я на него смотрю, он на меня смотрит, такое напряженное молчание между нами. Давайте еще возьмем лазеры немножечко и, наверное, нападем, потому что мне нужны колеса, мне нужны шасси, то есть мне много чего нужно, поэтому давайте уничтожим его. Шквальным огнем просто уничтожающим все. Я даже добавляю звуков, которые... О, вот это вообще нужно. Чинись. Отлично, просто великолепно, по-моему. На мой взгляд, по крайней мере, потому что... Тут нам добавили немножечко подчиночки. Отлично. Ресурсы могут быть, что-то там написано было. Так, ну что же, здесь надо мне колес таких вот понабрать побольше. Зачем? Зачем, вы спросите? А не знаю, зачем. Ну вообще, конечно же, я свой транспорт хочу приподнимать. Это в любом случае, потому что я считаю, что вот то движение, которое сейчас есть, оно хорошее, да, оно отличное, я бы даже сказал, но оно не очень эффективное, я бы так сказал. Потому что транспорт, грубо говоря, он скребет днищем по полу, поэтому давайте его приподнимать будем вот таким вот макаром. Наверное, ничего сложного здесь нету. Главное, чтобы вот эти колеса, которые сейчас улетают куда-то туда вдаль, они далеко, главное, чтобы не улетали. То есть мы просто вот так, вот так. Тут ничего, в общем-то, сложного нету. Так, нет, вот здесь я уже тороплюсь. И хороший такой был враг. Жалко, я, извиняюсь, заднюю часть его не посмотрел. Потому что я хотел бы узнать, если там был ли там завод какой-либо. Ну, раз батареи были, значит, мне кажется, и завод был. Вот, собственно говоря, я и вижу, два щита валяется. Очень отлично, кстати, я ими воспользуюсь сейчас. Прям вот я только-только заметил. Отлично, в общем. Собственно, прям я вообще очень рад, что в самом начале мне такое золото попалось. Так, и чтобы все это было просто вообще великолепно работало, у меня в планах еще одна модернизация, прокачка, так сказать. Это попытаться поставить колеса во внутреннюю часть. То есть, чтобы вообще... Блин, вот как-то теперь нужно тут вот это вот все поймать так, чтобы оно... Вот, я где-то видел... Жалко, оно, конечно, не как-то... Вот, допустим, мы в этом квадрате находимся, и нету какой-то кнопки, допустим, именно по краю, ну, как сказать, по стенкам квадрата пройтись, чтобы колесо встало. Вот это немножечко меня расстраивает здесь. Так, ладно. А здесь вообще самое сложное, наверное. Давайте я нажму на паузу и попробую это сделать. Ну что ж, вроде бы я все сделал. Так сказать, восстановил порядок на своем транспорте, сделал вот такое четырехосное шасси, так сказать, с каждой стороны. И я заметил, что они добавили все-таки вот этого рессора, так сказать, колесам, пружинность какую-то, потому что, разбирая свой аппарат, то есть снимая с него куски, он у меня в какой-то момент так хоп и приподнялся, то есть он проседал от веса, похоже, то есть в данный момент он так довольно-таки нормально шустрит, то есть, ну, все равно искры идут, но более-менее нормально. Еще нужно будет добавить вот здесь вот по два шасси, я думаю, для полного, так сказать, набора, но мне нравится, что получилось, видите, прям видно, как вот шасси ходит. Не знаю, было ли это раньше, честно, я, может быть, просто не обращал внимания, потому что это было не актуально, а может быть и не было на самом деле. Ладно, поехали к следующему вопросу. Мне здесь вот возник вопрос. Надо решать вопросы. Мужчины для того и есть, да, чтобы решать вопросы. Давайте наладим здесь. Каким-то невообразимым образом убил врага, да, то есть я его уничтожил, но вот о чем я всегда и говорил, баги, глюки и тому подобное. То есть сейчас, вот в данный момент, здесь как бы
я, похоже, то ли его неправильно убил, то ли, не знаю, еще как-то не так, в общем, как им хотелось бы, или как я должен был это сделать, может быть. Честно, вот вообще не представляю, как это надо было сделать, чтобы все было нормально, потому что в данный момент опять заглючил у нас вопрос, вот, собственно говоря. То есть у меня не появились эти блоки, которые должны были открыться, да, и, собственно... И, собственно говоря, и все. Ну, вот это вот... Блин, вот это вот... Вот такие вот недоработки, я бы даже сказал, они портят, конечно, игру. Я, честно, я не знаю. Я сначала думал... Ой-ой-ой, вот я говорил, по центру колеса-то нужны, блин. Ладно, уберем сейчас вот здесь блоки. Ничего страшного нету. То есть, я сначала думал, когда вообще начинал в Тертыч играть, и... То есть у меня такие какие-то глюки начали. Я думал, может быть, у меня что-то. Может быть, у меня, ну там, не знаю, игра ломается. И по каким-либо там, не знаю, драйвера, может быть, ей не нравятся. Или еще что-нибудь в этом роде. Ну, мало ли, да, как говорится. На что не начнешь грешить, и когда что-то начинает глючить, как говорится. Вот, и после того, как мне написали, что не у меня одного такое, то все-таки я... Блин, жесть, у меня какой-то страшный просто... Страшный огонь идет из передней части. Притом она, как видите, недоделанная. У нее нету половины лазеров, которые бы я бы хотел, чтобы они были, так сказать. Потому что... Так, а здесь у нас был копатель какой-то, да? Копатель. Нам бы еще вот одно колесо. И, в принципе, можно устанавливать уже вот так вот. И вот так вот. Вообще, конечно... А, нет. Тут же все хитрее, здесь же вот так вот должно все быть, как, так же как и... А, нет, черт возьми, не улетай далеко. Бывает такое, что эти куски, они улетят так далеко, что их просто потом не достанешь никаким-либо образом. Так, ладненько, все дерево, которое я уже собрал, я переработал. Так, сейчас развернемся. Нет, смотри-ка, что... В общем, будем проделывать сами дорогу себе. Ну, тогда, вот знаете, я честно не представляю. У меня еще ни разу не было такого, чтобы я дальше, вот, так, что у нас, что происходит-то? Шасси опять, что ли, начали глючить, что? Или вот, кстати, вполне вероятно, что вес груза, он тоже теперь... очень важен, и то есть вполне может быть, что из-за него тоже начинает шасси проседать. Ладно, давайте поездим по точкам, потому что, ну блин, ну вот честно, дальше вот стоит продолжать? Я считаю, не стоит. Надо, ну опять, на самом деле, я, знаете, у меня есть еще, ну, стоит переиграть, чтобы все работало, мне кажется. И я заметил, может быть, такую тенденцию, что если, может быть, чем дольше вы ждете и не едете к вопросу, тем больше времени на то, чтобы ему пропасть. Вот так вот. Новые блоки. Я не понимаю, почему, но я знаю, что в каком-то определенном там патче, обновлении... Блин, смотри-ка, что. Не получится здесь, наверное, да, так вот вовнутрь поставить. Ну ладно. Давайте здесь хотя бы поставим колеса. Какие здесь блоки, конечно, эти. Они хорошие, в принципе, но их нужно, знаете, ну, то количество, которое здесь их дается, оно такое незначительное, что, блин, могли бы и себе оставить эти блоки, вот, честно, вот. Ну зачем мне такие вот три там защитных таких вот блока? Ну, я, честно говоря, не вижу. Ну, хотя, вот здесь вот так вот можно поставить. А лучше вот... Вот так вот. Да, точно. Вот так вот, вот это уже симпатичнее будет смотреться. И как-то более, так скажем, ну, правильнее, что ли. Сюда можно поставить какие-нибудь пушки и прям вообще... А, вот здесь вот можно смотреть тоже очень прикольненько сделать. Ха, вот да, вот... Вот для такого варианта вполне их можно использовать. Не как
спойлеры, да, или как защитные, а именно как платформочки для, ну, для блоков. Это вполне реально, очень даже интересно получается. Давайте вот здесь тоже такое поставим. Как, знаете, как получается, как рама, ну, под колеса. Или, ну, правильно, наверное, я говорю, да? Главное, чтобы вы меня понимали, вот. Так, ну вот не хватает вот одного, конечно. А я люблю, чтобы было красиво. И поэтому, наверное, мы... Вот это тоже не тот. Вот такой угловой, да. Ну давайте тогда заднюю часть снимем. Пускай будет. Так. Ну вот сейчас сразу видно, что как-то еще одно колесо добавилось. Сразу шасси все нормально поехало. Так, все нормально. В принципе, можно, конечно, ну прям... ряды здесь колес поставить, но в принципе, я думаю, так и будет, скорее всего, у меня по мере, так сказать, надобности я буду ставить просто блоки все нужные мне. Так, батареи полные, ну давайте поехали по тем же врагам, которые, врагам народа, которые у нас есть. Жалко, пушек с того не упало, очень мало. Ну, здесь у нас желтенький. Скоро я, так как карта не рандомная, то есть... Вот смотрите, видели, что сейчас произошло? И он упал вниз куда-то. Он упал куда-то под землю, притом я его как бы не успел убить, да? И вот он упал, и все, что? Похоже, я... Да. О, прикольно, мне нравится вот это. То есть они и задевать не будут вот эти блоки, переднюю часть. Классно, и такая платформочка прям очень симпатично получилась, мне нравится. Ну, блин, это, конечно, печально. Видите, вот глюк, он вниз провалился, то есть блоки... У меня, конечно, ни разу такого не было. Я лично сам никуда не проваливался ни разу. Но вот как видите, собственно, тут даже добавить нечего. Так, на краю карты я вижу вон там, вон территориальных каких-то врагов. Печально, это печально на самом деле, потому что других вариантов здесь нету. Ну, допустим, я не знаю, там, ну, других карт, так скажем, чтобы, может быть, какая-то менее глючнутая, другая какая-то более глючнутая или еще что-то в этом роде. Здесь вот, к сожалению, такого нету. И здесь у нас ракетный двигатель, топливный бак и маленький спойлер. Ну, блин, чувачок, вот я же тебя сейчас просто изничтожу, на самом деле. Ну, вот я уже изничтожил. Вот единственный ракетный двигатель у него появился, это хорошо. И маленький топливный бак. Вот здесь, ладно, вот здесь вот нормально охранник сработал. То есть, ну, как сказать, он выполнил свою задачу, он попытался защититься, умер достойно, и все. Как бы все как положено он сделал. Ну, конечно, этих топливных баков мне не хватит. А, камень! Черт! Ну все. Вот куда я сейчас? Я схватил сейчас один блок и куда-то его засунул. Вот куда я его засунул? Ну, а, вроде бы, может быть, на то же самое место. Потому что я смотрю, его где-то нигде в левом месте нету. Кстати, я так задумался недавно, край карты, интересно, здесь есть какой-нибудь край карты? Потому что я уезжал довольно-таки далеко и не находил ничего подобного, но вполне вероятно, что здесь такое может быть. Притом есть такие места, в которые вообще глушь и тьма, и ничего и нету. Но вот даже вот сейчас, вот в принципе, как видите, я еду и... Хоть один враг появился? Нет. Жалко, блин, спидометра нет, вот честно. Почему они не сделали спидометр? Обычный спидометр где-нибудь здесь сбоку был бы. И все, и нормально было бы, очень приятно. Какой-то вот край карты какой-то стрёмный стал. Может быть, это из-за того, что у меня на самом деле, ну, понижена графика. Может, давайте проверим, почему у меня, да? То есть у меня фаста стоит, фаст. Давайте средний поставим. Посмотрим, что изменится. Ну, изменится-то ничего. Вот тени у нас, смотрите, появились зачем-то. Офигеть, они здесь были, оказывается, да, тени. Притом тени ресурсов. Но вот дальняя прорисовка карты, как-то она ничего не изменилась. И смотрите,
текстурки заглючили новых блоков. Ой, как все печально-то на самом деле. Вот это прекрасный, красивый и нужный мне очень транспорт. Мне вот эти колеса пригодятся. Я прям сейчас с удовольствием их забабахаю здесь. Но, в принципе, смысла нет, потому что... Ну, мы уже решили, что эта карта, она заглючена, и ее смысла нет продолжать, поэтому смысл тогда вообще, как бы, да? То есть... Вот так вот. Но здесь есть интересные блоки, которыми можно вполне воспользоваться. Блин, давай, чуть выше. Вот, ну. Вот. Так, в принципе, вот здесь вот эти блоки можно уже убирать. И, то есть, видите, у меня задняя часть такая более такая мощная получилась. Мощная. Так, здесь вот можно эти пушки поставить. Здесь, ну, к примеру, можно... Так, что-то я не то снял. Ну, смотрите, тут сразу видно, что, собственно, что у нас заглючило. Зачем, почему и тому подобное. Потому что, блин, ну, это жесть, конечно. Текстурки. Я первый раз это вижу, может быть, потому что я не включал более мощную графику. Сами помните, кто постоянно смотрит, что у меня в определенные моменты тут все... глючило и безбожно лагало. Но сейчас, кстати, вот 120 FPS, и непонятно почему, все нормально. Прям, я бы даже сказал, стабильно и вообще замечательно. Так, лазы вот сюда вот еще можно прицепить. Вот этот вот. Блин, вот жадность, да? Я знаю, что я буду переигрывать, но все равно забираю все. То есть, вот она геймерская жадность. Ладно, поехали дальше. Ну вот... Задние колеса дали, конечно, мощность. В принципе, можно было... А вот, может быть, я вот сейчас вот протупил. Может быть, надо было вообще пересесть. Эх, а есть, смотрите, есть еще эти колеса. Они не пропали. А давайте-ка мы пересядем полностью на более мощные шасси. Сейчас мы это все сделаем. Но сделаю я это тоже за кадром. Ну, чтобы вам не напрягать. Вот так всегда, когда только интересное что-то приходит в голову, что-то интересное такое строишь, что, ну, всегда так вот карта либо глючит, либо еще что-то происходит. Ну вот в данный момент такой вот получился вот такой вот транспорт. Я ничего не делал больно сильно, я просто поставил вот эти шасси более мощные. И, блин, какой-то такой забавный транспорт получился, такой как крабстер какой-то такой, да? О, отлично, под конец, кстати, у меня как раз прям и кончился... топливо, я такой сейчас думаю, сейчас перезаряжусь отлично. И плюс еще скоро подходит конец серии. Ну отлично, мне понравилось, что получилось. То есть, во-первых, подъем такой огромный стал. Мне нравится. Единственное, что вот я лично на их месте вот этот шасси переделал, сделал бы какой-нибудь капот. Потому что, ну как, не капот, неправильно, крыло. То есть, который бы, на которое можно было также ставить. Он такой вот у меня медленный, но такой так-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 так на своем настаивает вечно такой. Так-так-так-так-так-так-так. Прикольно получился. Ну, скорость даже, видите, не меняется вообще. Ни на секунду не меняется скорость. Он просто как такой комбайн получился. Всесильный. А вот, смотрите, даже есть на полу. Ой, что-то я там увидел. Я увидел там мортиру. Да. И откуда... Ого. Это что-то новенькое. До этого, помните, я играл. Там такой на меня нападал. Ух ты, какой, смотрите, щитами. Нифига, это чей-то. На! У кого щиты выдержат, что ли, получается? Так? Но так как у него нету топлива, конечно, я в плюсе. Надо подальше держаться, потому что если он взорвется рядом с моим щитом синим, то ничего хорошего в этом не будет, конечно. Он просто от взрыва. Ох, как его разметало-то на куски просто. Ох, нифига себе. Это что у нас такое? Неплохо у него здесь, кстати, он устроился. У него блоки стоят. И батареи, смотрите-ка. Ну, он прям вообще тут отлично. Я бы так сказал даже. Я бы тоже так хотел существовать-то. Че нет-то?
щитов у него прям весь такой, весь... Ну что, что, что? Это у меня будильник сработал, то, что говорит конец серии. Жалко, конечно, очень жалко, что игра до сих пор глючит. Хоть и выходил какой-то патч, ну, небольшой багфикс, я даже не обратил внимания, ну, чтобы как-то там почитать о нем или что-то. Ха, прикольно, мне нравится. Прям. О, света, музыка. Басы. Так, ладненько, их убираем, они не нужны. Они, ну, хорошая эта штука, это очень классная штука, но вот все никак мне не удается так развиться, чтобы... начать экспериментировать в режиме вот выживания. Постоянно то ли вылетает игра, то ли еще что-то. Это, конечно, очень печально, но игра замечательная, игра великолепная, она интересная, реально интересная. Конечно, ее нельзя сравнить там с Майнкрафтом там, или еще. Это совершенно разные игры, но по играбельности, вот я бы сравнил с Майнкрафтом, потому что вот как в Майнкрафте интересно играть, да, даже в ванильном, так и здесь вот есть такое вот чувство интереса, изучения, собирательства, потому что, ну, как сказать, вы постоянно по-новому делаете аппараты, и это очень интересно. Так, давайте-ка, знаете что, я, наверное, сохраню вот этот аппарат, назовем его ZX-342, вот так вот. Такой вот, модель ZX-342. Я не знаю, вот... А, ну, в твит можно выложить, конечно, но, блин, ладно, мне это не нужно. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны, ставьте лайки. Ну, подписывайтесь, конечно, если вам понравилось. Ставьте лайки, чтобы выходило побольше серий по Terra Tech, чтобы новые серии выходило. Также ставьте лайки, если вы хотите, чтобы игра не глючила и была по сети, представляете? Вы, ну, даже вот небольшой, 1:1, к примеру, 2:2. То есть, искать базы друг друга, охотиться с друг другом, там... Это же интересно, было бы очень интересно, то есть хотя бы 1:1. Вот бой был бы, это было бы вообще великолепно. Я бы вот с удовольствием играл с кем-нибудь, то есть прям даже матчи, как даже это можно было прям сделать какую-нибудь рубрику, то есть там матчи с подписчиками или что-нибудь в этом роде. Очень было бы интересно, и я уверен, что многим бы это понравилось, тем более игра есть бесплатная, как бы. То есть демо-версия, она... Вы можете поиграть в нее, то есть, ну, у вас просто не будет некоторых блоков. Вот и все. С вами был Нильфгорн, всем всего хорошего, пока!